Лариса Халтобина знала не Сережу, а уже Сергея Алешкова. Повзрослевший солдатик с радостью приезжал на героическую Курскую землю. Когда началась война, ему было лишь 6 лет. Великая Отечественная его изменила, но не сломала. Он был молодой, веселый, озорной. Он интересно всегда встречался со школьниками. Братья его старшие, которые ушли с первых дней войны, два брата, и вернулись после войны. Вот по каким-то небольшим воспоминаниям говорят, что он был очень любознательный. Он, ему все нравилось, он очень любил. Они жили в селе, и он всегда ходил и по лесу, и очень всем увлекался. И герой похож, очень похож. И он такой веселый парень, озорной такой. Вот на, как раз на презентацию пришел весь первый класс, где он учился. И он такой веселый. Ну и говорит, ну давай что-нибудь расскажу. Он говорит, я лучше спою. Сергей Алешков ушел из жизни, когда ему было слегка за 50, в 90-м году. Но он навсегда запомнится своей светлой улыбкой, которую не стерла даже война. Так что такие показы – это как урок истории. Интересный, человечный и глубокий.